дивизион, им достаточно ничьей. Но кто же откажется от победы? Игра еще, конечно, не последняя, но высший дивизион они могут перейти уже в этой. Команда на поле, и арбитр только что дал свисток к началу первой половины матча. Пирло. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Это серьезная была заявка на гол, но защита не спит. Пирло. Тут может что-то получиться. Елени. Росси. Пас играет команда, ждет своего момента, перекатывая мяч. И подает в штрафную. Опасно! Здорово сыграл игрок обороняющейся команды. Надежно сыграно, жаль, мяч не у него остался. Удар по воротам. Нет, не попадает мяч в ворота, но близко к этому. Карасо. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Хаведес. Штрафной удар. Арбитр пока не торопится раздавать предупреждение. Мяч летит в сторону ворот. Отличный сейв вратаря. Мяч ушел в аут. Карасо. Очередной аут. Пирло. Рамос. Елени. Это может быть опасная атака. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Грубоватый, по-моему, отбор был сейчас, но свисток арбитра молчит. Можно продолжать игру. Рамос. Де Росси. Баштуш Пимпаре. Не дают передачу принять вблизи ворот и приходится отходить поглубже. Росси. Это может быть опасно. Бар. И вперед он идет. Елени. Янич. Пол команд. Проходит передача. Что он придумает? Пенальти. И что показывает рефери? Назначает пенальти и показывает желтую карточку. Ну, вроде бы все по делу. Разобрался он в этой ситуации. Он обязан был забивать пенальти. Он и забил. Отметим уверенную реализацию 11-метровую. Гол есть гол. Пусть он и забит с 11-метрового удара. 1-0 в нашей игре. Неплохой заброс вперед. Елени. Пока неплохо. Ждем навес. Отличный отбор. Но мяч-то кому достанется?
Хаведес. И это момент. Гол! Соперник прессингует, но и с таким результатом они отправятся в следующий дивизион сразу после финального свистка. И сколько там еще игр осталось, это уже дело пятое. Со второго этажа приходится этот гол, и, надо сказать, гол красивый. Да, с головой у этого парня точно все в порядке. При массированной обороне всех без проблем играет на выходе вратарь, мяч в его руках. Пирло. Нет, не дошел этот пас до адреса. Прошла передача, можно выходить к воротам. Аут. Кастро. Карасо. Ба. Игра остановлена из-за нарушения, и тут ситуация вполне на предупреждение. Это может быть опасно. Хаведес. Можно провести контратаку. Росси. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Есть варианты развития атаки. Пирло. И подает штрафную. Опасный удар головой. Прямо над перекладиной мяч прошел. К счастью для вратаря, если бы удар пришелся в створ, скорее всего, был бы гол. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Тут может что-то получиться. Спас он свою команду от больших неприятностей сейчас. Рамос. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Посмотрим за этой атакой. Попытка с дистанции. Вратарь забирает мяч. Влад. И как опасно пробил. Отличный сейв. Мяч уходит на угловой. Самое скопление игроков угловой подан. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? Рядом со штангой мяч проходит. Неплохой получился удар. Чуть поточнее и точно был бы гол. Пирло. Кастро. На перерыв. Возобновляется игра на Парк де Пренс. Кастро. Ку-ку, чужие ворота в другой стороне. Потеря. Пьянич. Ба. Это может... Есть игрок впереди. Пройдет передача. У защиты оказывается мяч. Тут опасности нет. Сейчас главное сыграть быстро и четко. И тогда контратака может выйти очень опасной. И с мячом он идет вперед. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти.
Так, свисток мы слышали. А что дальше? Какое решение примет арбитр? Пирло. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. И мяч у вратаря. Без труда он его забирает. Может получиться интересная атака. Толкается с защитником, но мяч сохраняет. Много игры в пас. Удар поворотом. Угловой. И в центр штрафной мяч летит от углового флага. Пирло. Невнятный пас получился, и мяч уходит за боковую. Пошли последние полчаса игры. Кастро. На фланге мяч. Есть свободное место перед игроком. Елене. Какой момент! Нужно бить! Молодец, вратарь. Можно отдышаться. Слушайте, какая культура паса все-таки у него, а? Янич. Отлично сыграно. Надо решать. Навес в штрафную. Опасный удар головой. Прямо над перекладиной мяч прошел. К счастью для вратаря, если бы удар пришелся в створ, скорее всего, был бы гол. Укрывает мяч корпусом и ждет подключения своих товарищей. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Это может быть опасная атака. Пирло. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Мяч потерян. Рамос. Елене. Тут может что-то получиться. Защитник подальше от ворот выносит мяч. Такой сейф можно бесконечно смотреть. Потрясающая игра голкипера. Ну что, вместо подачи тут пошел короткий пас. Опасный момент. Удар головой был. Хотя и с трудом, но все-таки справляется голкипер. Хороший пас во фланг. Пирло. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Росси. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. И подает в штрафную. Пирло. Чуть-чуть поторопился игрок и попал в офсайд. Елене. Есть свободное пространство на фланге, и туда идет атака. Футбол — быстрая игра. Только что они атаковали, теперь надо бежать в оборону. Сохраняет мяч, несмотря на прессинг. Одно очко нужно было набрать, чтобы выйти в следующий дивизион, и эта задача выполнена. Играть остается совсем немного, и можно будет уже принимать поздравления. Мяч уходит за боковую после этого паса.
Сторожить нужно мячом, а не дарить его соперник. Наверное, если гол и будет забит, то только один. Времени осталось совсем мало, да и моменты не возникают. Видит игрока впереди и отдает пас на ход. Выручил он свою команду. Пенальти в такой важный момент. И все-таки желтая для голкипера. Многие судьи тут и красную могли показать. Удар с пенальти. Гол! Отметим уверенную реализацию 11-метровой. Да, будем откровенны, в такой ситуации шансов спасти команду было не так уж и много. Счет 2-1. Мяч потерян, отличный перехват. Пирло. На фланге мяч, есть свободное место перед игроком. Янич. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Мяч за пределами поля, угловой. Свистят болельщики хозяев. Не нравится им, что гости... Вот это удар! Елене. Мяч на фланге, и тут есть свободное пространство. Нарез в штрафную. Пошла последняя минута основного времени матча. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Посмотрим, сколько времени добавлено. 3 минуты. Пирло. Ну же, последняя атака. Не умерла еще надежда на спасение. Классный отбор. Можно играть. Пирло. И заканчивается. Обязан был забивать пенальти, он и забил. Хаведес. Это момент. Гол! Соперник прессингует. Но... Гол! Отметим уверенную реализацию.